Всем привет, друзья, с вами 51 Рус. Ничего у нас не меняется, версия игры все та же самая. На 3.16. Сегодня на обзорчике у нас будет КамАЗ-5410 от доктора Дизеля. Мод приватный, ссылочка на автора будет под видео на канале. Пишите Сереге сами по поводу приобретения данного автомобиля. Еще поедем на полигоне. Вот, ребят, такой КамАЗик. Текстурки прикольные. Яхо. Я ее с этих дорог. Рекламка, да? На Яхо. Так, что-то у нас есть. В салон давайте попробуем залезть. Ух. Не получилось, не прокатило. Салончик, ребят, прикольный. Спальничек есть. Анимации руля нету, водилу надо пододвинуть. Ну, ребята, к Сереге обратитесь, Серега все там подделает, подпилит, подстроит, тоже мод как бы приватненький. Вот, тоже еще сыроватый, не доделан до конца, но сам факт. Данного автомобиля, у кого есть желание, то можете автору написать. Значит, давайте заведем, свой звук присутствует. Отдайте себя. Какой он громкий. Давайте посмотрим, что тут есть по аддончикам. Значит, запаска такая. Защита фар. Я ее сниму. Так, сцепка по трейлерам. По трейлерам, ребята, такой топливный. Еще не доделан, видите, там свет мимо бьет. Такой трейлер КамАЗа. Тоже получается, ребят, сидельный тягач. Вот и все, наверное. А, ребят, есть ведро еще. Давайте посмотрим ведро. Ведрище, да? Все, ведро, ребят, болтается. Ведро стоит прикольное. Анимация карданов, ребят, присутствует, вижу там проскакивает. Ну, вот, давайте поставим, прокатим по полигону. Да, с таким трейлером, да? Выглядит прикольно. В принципе, мод уже на ходу, все тут рабочее. Да, тут надо только маленько подправить, видимо, когда будете приобретать. Серега там все допилит, да? Ну все, погнали.
Это, ребята, наподобие КамАЗа было, по-моему, недавно обзор на 54-112. Там он полноприводной, тут впереди стоит балка, тупо задний привод. В принципе, идет хорошо, видите, даже горки, подъемки, все спокойно поднимается. Да, внешне вообще он выглядит, конечно, ребята, обалденно, еще не совсем доделан, то есть появится у кого-то желание его приобрести, то есть Сергей, напишитесь, Серега, то есть сейчас отправит, подделает, и будет у вас нормальный КамАЗец. 54-10, шпарит он, в принципе, хорошо, видите. Урод переполз. Ну, задний привод тут ничего не поделаешь. Надо, ребята, уже выбирать тут дорожку. То есть не на полном приводе тут. Засадил я его. Засадили мы КамАЗа. Ничего, выйдем сейчас. Будем искать альтернативные пути проезда. И все, все, видите, все получилось. Не, моделька выглядит обалденно, конечно. Мод прикольный, красивый. Большие грязи мы выпихать не будем. Как бы желающий, кто приобретет мод, сами будете тестить его. Да, звук у него, конечно, такой, реально такой, убитого КамАЗика. Хрипает, как поросенок. Ну, сюда в небольшую грязь, я думаю, засунем его. Однозначно. Поехали дальше. В принципе, тут вода, ведь небольшая грязь, тащит он нормально. Хоть и задний привод едет, как бы, конечно, да, в жесткую грязь уже тут не сунешь его. Хотя, в принципе, это будет впереди, впереди будет идти какой-нибудь чехмостовик. На трассу нормально перетянет там, где надо. Так, в принципе, чалит он. Достойно идет. Грязь мы, естественно, полезем опять, да? Умную гору не пойдет, умную гору обойдет.
поедем через брод тут, конечно. Не до такой степени он, скажем, непроходимый. Полезем. Тут мы заезжаем. Не-не, прикольно идет. Мод. Серега его давно ведет и будет вообще отлично. Подвесочка работает, все там прыгает, как надо. В воду тоже не полезем. Приятно, когда он едет и летит. Хороший мотор. Только мы его не подбили. Давайте попробуем их поправее. Нет, смотрите, залез спокойненько. Давайте все на асфальт его выгоним, на асфальте катанем. Дефолтная скорость по-любасу меня берет, конечно. Даже больше дефолт он парит, ребята. 37. Также, наверное, в районе там под 40, если хорошая руника дорожка, можно его раскочегарить и без прицепа больше 40 на расставить. Давайте здесь сделаем, ребят, скрин такой, трикунький какой-нибудь. Вот, ребят, такой мод будет на небольшой такой обзор на мод КамАЗ 5410, задний приводной, автор мода Доктор Дизель. Ребята, ссылочка на автора будет под видео на канале. Так что... Такой вот, ребята, был обзорчик на КамАЗик, значит, давайте его заглушим. Обалденно, как это было. Нет, ребят, КамАЗ офигенный вообще. Спору нет, салончик, что там, все одековое. Все классно. Че ты смотришь на меня? Курильщик, ядрен батон.
Вот. В группе, ребята, и по каналу будут розыгрыши, как будет 2000 подписчиков в группе и на канале. Так что мониторьте, смотрите видео, делитесь видео, ставьте лайки. Все, с вами был Драйвер 51 Рус. Такой небольшой обзор на КамАЗ 5410. Все, всем удачи, всем пока.